Белорусских пешеходов можно разделить на две основные категории – пешеход безопасный и пешеход безбашенный. Последние представляют угрозу абсолютно для всех участников дорожного движения. Могилев, улица Криулина, 7 часов вечера, темно. На дороге оживленное движение. Однако эти факты ни в коем случае не повлияли на решение девушки во всем черном и без фликера совершить променад по краю проезжей части. Где логика? Где разум? Перекресток на улице Крупской в областном центре прямо создан для того, чтобы водитель гадал, а будет ли здесь кто переходить дорогу или нет. Сами же пешеходы с удовольствием с ним играют в прятки и, видимо, считают, что фликер создан не для них. Еще одна любимая забава белорусских пешеходов – переходить дорогу там, где хочется. Особенно нравится им это делать на больших дорогах с большим количеством автомобилей. На этот раз парочке экстремалов просто повезло. В Могилеве нужно срочно переносить разметку пешеходных переходов из мест, где не лежат согласно правилам дорожного движения, в места, где удобно пешеходам. Причем на улицах Криулина и Островского сделать это нужно в первую очередь. Ну а это видео можно считать отличной инструкцией для белорусских пешеходов. Смотрите и учитесь. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово – собачка.тут.бай.